17-го года. Какой 17-й? Вы в прошлом живете? 17-й год сейчас. 18-й да. год? Нет, у нас 17-й год. 17-й? Да. Погода очень холодная. Конца марта, начало апреля. Фуксация делаешь, да? Я? Зачем ты фуксация делаешь? Может, я тебе член покажу? Кто тебе разрешает мою машину трогать? Ты можешь, имеешь право снимать, но дотрагиваться на моей машине. Не трогай. Чмо, блядь. Говорю, я отсюда. Да все. А, продаешь? Не, мне не надо, спасибо, не надо. Не, наркотики не нужны, спасибо, не надо. Взять. Ой, какие у вас отношения. Ты зачем провоцируешь на драку? Вот я? Скажи мне. Я если эту камеру возьму, тебя в задницу засуну. Ну, нет, понял? Она, нет, чмо, блядь. Не влезет. Нахуй иди отсюда вот тогда. Ты зачем провоцируешь, блядь? Ты зачем провоцируешь, блядь? Чмо, ебаный. Ты зачем провоцируешь, блядь? Чмо, ебаный. Таксистов много. У всех салоны прохлаждаются. А ушла я вовремя. Люди долгие. Особенности вождения. Что такое? Не знаю. А он... Что мне хуй делать, да? А что это такое? Мне хуй делать тебе, что ли? Не знаю, мне кажется, вам нечего делать. А? Вот и давай дальше. А у вас сломался автомобиль? Да, сломался автомобиль. Пойду посмотрю. Что, не надо, я тебе запрещаю мой автомобиль смотреть. Я не ты твой... снимаешь, вот оттуда снимаю, я тебе запрещаю заглядывать в мой автомобиль. Да я не в твой автомобиль, я туда хочу выйти. Но я там обойду, ничего страшного. Обойди дальше, надо. Но я тут обойду, ничего страшного. Смешно. Национальный обычай. Это ваш автомобиль? Или вы прохожий? А вы несколько раз поменяли ноги, и там теперь видно уже номер. Все, очень приятно. Да. Богатый сами страх, но если ты блядь, дома. Ой, а вы не забыли, я думал, вы забыли тоже. Вам помочь? А, вы не водитель. О! У всех. И там тоже. Смешно. О, инкассация. Инкассация не прячется. Ох, не забыл. Не забыл. А его почему не берешь? А кого? Вот его. А он страшный. Фуксация делаешь, да? Я? Зачем ты фуксация делаешь? Я просто учусь водить. Я сам не водитель, поэтому я учусь. А как же мне водить? Надо водить вот так вот? Я просто сам так никогда не делал, думаю, ну надо научиться. Надо научиться. Ты тоже человек стирал. А это не с вами, что ли? Че он забыл? А вот так видно. Я тебя вижу хорошенько. А вот так тоже видно. Сейчас покажу. О, тоже видно. И так тоже видно. Вот и все. А это ваша машина? Да. Помочь вам номер освободить? Можно я тебе член покажу? Ну, не знаю. Можешь? Холодно. Холодно, вы, наверное, будете стесняться. Нет. Он четко сказал. Не будете стесняться? Показывайте. Не хочешь? Не, показывайте. Не, мужик сказал, мужик сделал, давай. Стесняешься. Я чувствую размеров. Размеров стесняешься, скажи честно. Не, ну скажи, пообещал, не сделал, наверное, стесняешься. Кто тебе разрешает мою машину трогать? Ты можешь, имеешь право снимать, но дотрагиваться до моей машины. Не трогай меня. Понял, нет? А кто... Чмо, блядь. А кто тебя трогал? Мою машину. Я отсюда говорю, я отсюда. А кто тебя... А как зовут-то вашего напарника? Эй, YouTube пасу, эй.
Я уже хотел уйти, но тут такое смешное существо. Да? Да. Ты сейчас кайсус как глаза мальчик, разочек. Чего-чего? Ты откуда сам? Я? С Гагаринского. Москвич? Нет, с Гагаринского. Москвич? Ошанник я. Охраняю здесь. Дворовую территорию такой. Ну, не дворовую, а ошанную территорию. Тебя мы раньше не видели. Не видели? Надо внимательней быть. Конечно. А, человек здесь 7 лет работает, тебя никуда не видно. Правильно, нечего подходить. Правильно делаю. О, смотри, смотри, не успел. Не успел, не-не-не, смотри, не успел. Это все уже. Да все. А, продаешь? Не, мне не надо, спасибо, не надо. Не, наркотики не нужны, спасибо, не надо. А вам можно трогать, а мне нет, да, значит? А? Я говорю, вам можно трогать, а мне нет? Нет, можно, можно трогать. Он мой брат. А тоже так можно? Вот я могу так делать, он мой брат. А уже поздно. А вдруг что-нибудь пропадет? А вдруг что-нибудь пропадет из салона, если вот открытый багажник? Вот смотрите. Дорогие зрители, сегодня 2017 года. Вы хотите интервью дать? Да, да. А, ну давайте, да. 17-го года. Какой 17-й? Вы в прошлом живете? 17-й год сейчас. 18-й, да. Год? Нет, у нас 17-й год. 17-й? Да. Погода очень холодный. Конца марта, начало апреля. Это обязательно сегодня, да? Ну, он сам подошел, он решил интервью дать. Взять. Ой, какие у вас отношения. Странно как-то. Ну да, с прической видно же. Да, я смотрю, тут за своего, чтобы сойти, нужно так себя вести, да? Все, закончили. Не, я просто не люблю, когда за спиной у меня стоит человек с сигаретой. Как только все разъедутся, я буду счастлив и сам разойдусь. Ну, уже нарушаете. Ну, вы водитель? Нет? А, вы не говорите по-русски? Камеры выключишь, потом говорю. Почему на камеру не можете сказать мне что-то? Я не стесняюсь, например. Я не блогер. Я тоже не блогер. Я просто заметил нарушение массовое, решил, чтобы сделать замечание, но у меня не... Ты нарушение снял? Нет. Ты зачем провоцируешь на драку? Вот я? Скажи мне. Я если эту камеру возьму, тебя в задницу засуну. Ну, нет, понял? Она, нет, чему, блядь. Не влезет. Нахуй иди. Смотрите. Отсюда вот тогда. Ты зачем провоцируешь, блядь? Ты зачем провоцируешь, блядь? Чему, ёбаный? Интересно. Ты взял, блядь, провоцируешь. Ты что, на драку лезешь, что ли? Ты зачем провоцируешь, блядь? Нечем заняться, что ли? Да, ты зачем меня ударил? Хорошо сделал. Потому что провоцируешь, да. Хочешь как? Выключи, пойдем один-один, я тебе скажу попозже, зачем. Попозже. Давай тогда. Да, попозже. Подожди. Тогда попозже, да, конечно. Или уедешь отсюда? Я всегда здесь, всегда. Всегда здесь? Зовут да. Как? Да, какая тебе разница? Боишься сказать? Боишься? А зачем я тебе сказать? Ты камеру выключи. Трус? Ты камеру выключи. Ты трус? Сам ты трус. Ну скажи, тряпка, как тебя зовут, блядь, с камерой. Как тебя зовут? Был бы мужик без камеры. Как тебя зовут? Пошел нахуй. Блядь. Как тебя зовут, скажи? Нахуй. А что ты боишься? А что ты боишься? Такими чумелями, как ты, не разговариваешь. А что ты боишься? Нахуй иди отсюда. А что ты боишься? Нахуй иди. Зачем сказал? Зачем, блядь, тебе? Выключи камеру. На похуй поснимай, чё? Нормально объяснили, блядь, ну не делай, ну ладно, да, правонарушение снял, поняли, все тебе сказали, кто понял, ладно, поняли. Кто понял-то? Тебе нормально с тобой, нормально пообщаюсь, нет, взял камеру, ребята тебя на тебя внимание не обращают, опять берешь, блядь, специально что-то дергаешь, специально что-то обязательно говоришь, зачем провоцировать на драку, я не могу понять, зачем. Управлял транспортным средством с номером, который специально загородил. Слушай, просто... Скажи, снимай, ну молча. Хорошо? Не трогайте меня руками. Да, не трогай. Молча снимай, ходи. Не, вот это, вот правонарушители все собрались, хорошо, да? Хорошо, правда? Да. А вот преступник. Кто? Чем? Где? Где преступник? Ударил где? Меня. Все видели? Не видели? Не видели? Нет, не видели. Никто не видел? Кто? Не, не видел. Кто? Не видел? Нет. Тебя сверху ударили. Не, ударил меня. Не видел? Нет. Я никто не видел? Нет, я в полиции так скажете, что ли?
За слова, иди пиши. То есть за слова не отвечаешь, за поступки не отвечаешь, да? Иди отсюда. И кто там мужик у нас? Таким чмырям, как ты, я ничего не отвечать не обязан. Потому что ты чмо. Да? Был бы мужик нормальный, был бы парень мужской такой. Ты не ходил бы с этой камерой. Ты испугался маленького стеклышка. Это не стеклышко, это камера, который уебок. Ходишь и снимаешь, понимаешь? Был бы ты мужиком, был бы ты парнем, который парень настоящий, блядь. Выключай, выключай и пойдем на один-один, я тебе покажу, кто из нас мужик. Выключай. Сейчас пойдем. Давай, выключай, пошли. Сейчас пойдем. Сейчас только, когда рассосетесь здесь. Давай. Это ты у тебя будет сосаться. А, вы такие отношения предпочитаете? Не, я не гомосексуалист, извините. Не, рассосется, он имеет в виду, типа вы все раз один. А и что? Ну да, я имел в виду, что вы рассосетесь. Я думал, у всех будут сосать. Не-не-не. Вам не повезло. Я не из этих. Давай. Ну что, не будете устранять своего нарушения? Вам замечание человек сделал, а вы его бьете, оскорбляете. Я вам плохого слова хотел сказать. Штраф кому надо. Не, тебе хорошо сказал. Тебе никто про плохого слова не сказал. Мне уже не пару, мне тут уже миллион слов сказали. Нет, я что-нибудь сказал, я подошел, нормально собрался. Правильно? Здравствуйте. Камеру убери, все. Дай пацанку с тобой. А что нет? Я привык доводить дело до конца. Смотрите, у вас нарушение. Ну пусть стоит, Рустам, тебе мешать, пусть стоит. Все. Можете не общаться со мной. А, не общайся. И ты тоже ни с кем не общайся. Не провоцируй. Это я сам решу. Не провоцируй. Это я сам решил. Не провоцируй, еще раз. Сам решу. Мне второй раз уже, бля, буду наплевать на твою камеру. Тебе и первый раз было наплевать. Да, и сейчас тоже наплевать. Ручки ты распускаешь. Я ручки не распускал. Обманываешь, да? Обманываешь. А, не мужик, не за слова не отвечает, тебе за поступки надо, не отвечает. Тебе надо? Мне надо. Ты просто ментовской, понял? Я ментовской? Ты в комментарии не играл, блядь. Пусти. Я? Мужик, я ментовской? Да. Ты вылупил? Да. Знаете, если бы я был ментовской, вы бы сейчас уже все лежали поспать. Ты вот зачем на камеру? Я вам, камера это всего лишь фиксация того, что происходит. Я их попросил вас убрать, вы никто не убираете. И дали мне по морде. Ты кто? А кто тот дал тебе по морде? Очень не видел? Вот этот, Adidas. Что, по морду дал? Кому? Ему? Обманывает? Обманывает. Слушай. Не провоцируй, блядь, сволочь ебаный, блядь. Не провоцируй, я тебе сказал, блядь. Не выводи человека из себя. Ты же никого не бьешь. Не выводи, говорю, из себя. Что, это таблетки сегодня не забыл принять, да? Ты кто вообще? Я? Да, и что ли? Или Надя? Я хуже. Я хуже. Чем ты хуже? А гаишники к вам приезжают? Гоняют, да, гоняют. Гоняют? Да. Почему не гоняют? Вижу. Пока не вижу. Приезжают. Пока не вижу. Оштрафуют, да. Вот. Вот подождем, я подожду. Эй, главное за миром. Тебе зачем это делать? Я порядок навожу в городе. А что такое? Где? Вы у себя, его у себя во дворе, в огороде. Что? А что, по всем машинам катается? Убрать машину, да? Конечно, да, убрать. Если нарушаете, вы же нарушаете, смотрите. Не фотографию убираю сейчас. Уберете, никуда не уедет. Ну вот, все, убирайте. А вы единственный нормальный водитель, я смотрю. Я даже спасибо скажу.